Охренеть, подошел. Посмотрим, что у нас тут. Это что такое? Какой-то схрон вов, что ли. Что это? План нападения на тот конвой. Эти вов разгромили военных. Цикадам такой успех и не снился. Балбесу и призраку понравилось бы. Кому-кому? Это два диких кота. Они были у меня раньше, до Джексона. Но с нами они ехать не захотели. Я немного скучаю по этим кусачим засранцам. Были питомцы? Не, это, видишь ли, не мое. Ну, может, когда все это кончится, мы заведем себе какого-нибудь милого зверька. Договорились. Больше тут ничего нет. Слушай, ты не нервничаешь? В плане? После всего того, что мы узнали про вов, я не думала, что они так хорошо организованы. Это ничего не меняет. Просто нужно быть осторожнее. По крайней мере, они нас не ждут. Вот именно. Ничего, справимся. Я знаю. Смотри. Вон у него сверху. Это что? По-моему, купол. Да, ты права. Я отметила. Центр выдачи питания. В Бостоне такие очереди были. Еда была дрянь. Я бы чокнулась. И такое бывало. Так, надо найти вход. Выдача топлива. Нам сюда. А Федра серьезно подошли к делу. В Бостоне еды вечно не хватало. Голод сводит людей с ума. Пролезешь тут?
Давай, я подержу. Черт, зараженный. Не шуми. Эй, Элли, это синагога. Как ты определила? Во-первых, на стенах семисвечники. Еврейский символ. Во-вторых, я же не загорелась сразу, так что... Не загорелась? Да так, тупая шутка. Не как обычно. Так, цыц. Просто нахлынули воспоминания. Сестра постоянно таскала меня в синагогу. Ты не похожа на набожного человека. Не. Но я происхожу из неистребимого рода. Ты имеешь в виду эпидемию? И это, и инквизицию, и Холокост. Моя семья всегда выживала. Хоть и чудом. Ладно. Похоже, я нашла. Ну-ка. Да, черт возьми. Эй, не выражайся, мы в молитвенном доме. Тут есть бензин. О, зашибись. Ладно. Сейчас молишься? Иногда. Правда? Когда? Перед выездом из Джексона. У могилы Джоэла. Иногда просто тихонько про себя.
Помогает? Меня это успокаивает. Помогает взглянуть на вещи иначе. Это способ справиться с горем. Выказать уважение. Так меня учили. Иди сюда. Иду следом. Чего? Писание. Типа как еврейская Библия. А. Сестра бы плясала от радости. У нас была такая в Нью-Мексико, но обгорелая. Ладно. Ну, хорошо, хоть они не все выкинули. Эй, что ты делаешь? Так можно перебраться на тот балкон. Ну ладно. Элли, осторожней. Нормально. Держится. Легкотня. Давай, Дина. Ага. Пять, семь, семь, четыре. Мы что, в будущем? Не тупи, это иудейский календарь. На Новый год сестра давала мне яблоко, политое медом. О, слюнки потекли. О, вкусно, наверное. Все еврейские праздники про еду. И про то, как нас хотели уничтожить, но не смогли. Неистребимый род. Вот именно. Так, ворота. Вперед, Искра. Ты там как, нормально? Скучаешь по дому? Немножко. А ты? Плохо жить без крыши над головой. Знаешь, я всегда мечтала поселиться на ферме. В пригороде Джексона. Чем тебе город не нравится? Не знаю. Я люблю открытые пространства. Это же тоска. Только если живешь одна. Ну, устроили себе приключения. Мы так их и не нашли. Слушай, это большой город. Мы пока толком не искали. Да, я понимаю. Думала, хоть один попадется. Ну, давай. Хорошо. Я сделаю. А ты введи код.
Эти старые генераторы очень капризны. С первого раза может не... Оу. Чего-чего? Ничего. Нас никто не встречает. Может, они затаились? Давай поищем вход. Поглядывай на окна. Пес. Вов. Понятно. О, точно. Теперь понятно. Видишь? Зараженный перепрыгнул ограду. Значит, и мы там пройдем. А почему не слышно выстрелов? Я не знаю, что происходит. Ладно, закончили. О, этот свежий. И у него тоже нашивка с псом. Бензин захапали, а унести-то не смогли. Ну так и хорошо. Если этих гнид, убивших Джоэла, загрызли какие-то зараженные, то они все равно сдохли, Элли. Только это не расплата. Пока мы здесь, надо заодно набрать припасов. Его застрелили. Ты его узнаешь? Нет. Может, их кто-то другой убил? А зараженные пришли потом. Этого я тоже не узнаю.
Черт. Что тут произошло? Это все Томми. Это? Кошмар. Да, точно он. Этот один из убийц Джоэла. Черт, здесь еще один лежит. Я его не знаю. Он проверял их на вранье. Как? Джоэл мне рассказывал. Ты задаешь одному вопрос, но ответ он должен написать. Спрашиваешь другого. И если ответ совпал, значит правда. А нет... Убиваешь. Да. Восток один. Еще один код? Похоже на то. Тела теплые, Элли. Он еще близко. Да. Пошли. Здесь можно выйти. Может, догоним Томми. Ага. Что у Томми была тяжелая жизнь, но... Черт. Да. Ты как? Это было мерзко. Я не хочу, чтобы ты плохо думала Элли, о Томми. Если бы мне попались убийцы моей сестры, им было бы хуже. Я тебя понимаю. Легко и просто. Но вопрос в том, что нам это дает. Давай поищем убежище и разобьем лагерь. Лучше бы где-нибудь повыше, чтобы был хороший обзор. Хорошая идея. Ладно. Давай искать незапертый дом. Желательно без зараженных. И вов. Псов. Пофиг. У меня остались те ништяки с миндалем, если хочешь. Не, спасибо. Дина! Где вторая? Найди ее! Живо! Дина! Ah!
Не думал, что мы еще раз увидимся. Как ты нас нашла? Спросила, где тот придурок с порезанным лицом. Смешно. Сколько вас всего? Только двое? Нас не остановить. Джордан! Тебе сказали искать вторую. Почему ты здесь? Помнишь того контрабандиста в Джексоне? Ну? Эта девчонка там была. Что? Они теперь мстят. Поэтому Ника так покромсали. Надо отвезти ее к Айзеку и объяснить ему, что тут происходит. Да, но я только что говорил с ним по рации. У нас новый приказ. Убивать нарушителей. Погоди, постой, постой, это же бред какой-то. Это прямой приказ. Нет, давай допросим ее, выясним, что Ой, она знает. Да насрать на это все. Ты видел, что она сделала. Да ты же понятия не имеешь, сколько их тут может быть. А вдруг это Мне засада, Майк? Мне все равно, сколько их. Мы найдем их и убьем. Ты можешь хоть на секундочку свои мозги... Джордан, иди ты нахер. Я... Лина! Господи! Зря мы сюда приперлись. Дина! Услышали. Смотри, она с ними. Пойдем, потом посмотришь. На той карте была телестанция? Я помню, что ли. Пойдем. Элли, ну! Обойди. Сколько их, по-твоему? Много. Надо выбираться отсюда. Да, в этой стороне! Вперед! Цела.
Ага. Узнаешь кого-нибудь? Нет. На нас напали! По-моему, откуда-то оттуда! Сзади! Так, начинаем поиск. С этим нужно разобраться! Смотри-ка сюда. Ну и в жопу этих псов. Заберем себе. Что там у нас? Есть что-то? Вон там. Элли, ложись. Где ты? Где патруль Адриены? Черт! Эй, вы двое! Она от нас ушла! Что? Что-нибудь видно? Нет. Проверить крышу. Я гляну, что здесь. Она... Точно не на улице? Точно? Как она могла туда залезть? Не знаю. Остальные в курсе? Грег пошел в Capitol Hill. Он приведет ребят, должны быть уже на подходе. Заткнись. А если там? Попробуем. Давай, заходим. Давай. Нам надо валить отсюда. Срочно. Как-то же ведь можно...
Thank you.